Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Будущее аллея адмиралов. Рядом с бюстом Нахимова появился бюст Федора Ушакова. Если укусила гадюка, врачи дали рекомендации при встрече со змеями. По народным, дайджест наркопреступлений за август от ОМВД. Федор Ушаков – русский флотоводец, который принес славу русскому Черноморскому флоту. Во время его командования не было утеряно ни одного корабля, и ни один моряк не попал в плен. Бюст Федора Ушакова установили около школы номер 57. Церемония открытия состоялась сегодня. Он вошел в историю как непобедимый адмирал. Под его командованием было проведено 43 морских сражения. За все это время ни одного крушения и ни одного пленного. Некоторые историки считают, что именно благодаря таланту Федора Ушакова Россия выиграла в русско-турецкой войне 1787-1791 годов. Заслуги великих людей потомки не забывают. Сегодня около школы 57 прошло открытие бюста адмирала в рамках проекта «Аллея российской славы». Как отметила заместитель главы администрации города Рязани Лариса Крохалева, он из тех людей, на кого стоит равняться. Даже весь Восток восхищался им, и звали его Ушаков Наша. Уникальный, легендарный россиянин. На таких, как он, должна равняться молодая Россия. И памятник этот в первую очередь как нравоучение молодым, потому что беречь нашу Родину, ее историю – это их задача. Столь значимое событие в Рязани не прошло бы без восьмиклассников школы номер 75. Именно благодаря их победе в первом всероссийском конкурсе адмирал Федор Ушаков «Моими глазами» выделили средства на установку бюста. Торжественно открыли его учащиеся школ номер 57 и 75 вместе с учителем Екатериной Филипповой и председателем Рязанской городской думы Антоном Астафьевым. Дата открытия бюста выбрана не случайно. Именно 5 августа 2001 года Федора Ушакова причислили к лику святых. Это первый случай канонизации флотоводца. Как отметил митрополит Рязанский и Михайловский Марк, адмирал был верующим человеком, и в боях ему помогал Всевышний. И сегодня, конечно, мы не можем не задать себе вопрос, а почему так происходило? Откуда такая эффективность? И ответ понятен, ответ прост. Федор Ушаков является святым нашей русской православной церкви. Все свои труды, ратные труды, он начинал с молитвы, с благословения Божия. И Господь помогал ему одерживать великие победы. Также на церемонии открытия бюста Федора Ушакова провели чин освящения. И благослови достояние Твое. Федор Ушаков – великий исторический деятель. Как отметил председатель комитета ветеранов военных моряков Александр Грищенко, имя командира прописано в летописи веков. Он навел порядок в Крыму, когда взял под командование Черноморский флот. И это лишь один из примеров его достижений. Кроме того, он был призван командовать Средиземноморской эскадрой, когда его государь послал в помощь тем же туркам и англичанам бороться с французским захватом Италии, Греции. Он освобождал греческие города, освобождал Италию и всюду также одерживал победы. На церемонии открытия бюста школьники исполнили песни про Крым, а член комитета ветеранов ВМФ Александр Малыгин выступил со стихотворением «Флоту быть» и исполнил любимый танец моряков «Яблочко». В завершении мероприятия школьники, представители общественных организаций и горожане возложили цветы к бюсту Федора Ушакова. Анастасия Ан, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В конце июля в регионе 17-летнего рязанца укусила гадюка. Инцидент произошел на озере Черненькое. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. Тем не менее, по словам специалистов, в этом году змеи особенно активны.
Уж медянка и гадюка обыкновенная. В Рязанской области обитают всего 3 вида змей. Узнать их можно по внешнему виду. Так, уж знаменит 2 желтыми пятнышками на голове. Медянка имеет окрас в соответствии со своим названием. Гадюку выдает ярко выраженная треугольная голова и вертикальные кошачьи зрачки. Основное отличие от других змей нашего региона – полоса на спине в форме зигзага. Рисунок виден при любом окрасе, и это главный признак гадюки. Если встреча с первыми двумя змеями не опасно, то с последней она может сулить неприятные последствия. Ну, в первую очередь мы увидим непосредственно сами укусы. Это может быть 1 или 2 прокола на коже. Вот, почувствуем озноб, небольшое, незначительное боль, жжение в области укуса. Также кожа начнет становиться багрово-синюшного цвета. Вот, и минут через 10-30 уже начинается отек местный в месте укуса. Также с увеличением интоксикации в организме начнется тахикардия, снижается температура тела, тошнота, рвота, озноб. Также возможны даже обморочные состояния. Впрочем, встреча с гадюкой может закончиться укусом в крайнем случае, успокаивают специалисты. Ведь яд в ее клыках предназначен для добычи. Тратить его на человека гадюке просто невыгодно. Ведь это означает перспективу остаться голодной в течение ближайших 10 дней, за которые яд снова накопится. Однако быть внимательнее в лесах и на водоемах с начала весны и вплоть до наступления среднесуточной температуры ниже -5 градусов все-таки стоит. Змеи относятся к самым холодовыносливым видам рептилий в нашем регионе. И после зимовки они появляются, когда среднесуточная температура преодолевает отметку плюс 5 градусов. То есть еще может лежать снег, и они уже в тех местах, где у них расположены норы, как правило, вокруг деревьев, там какие-то ниши, они оттаивают раньше, и змеи начинают выползать в солнечные дни для того, чтобы прогреваться, потому что после зимовки они приторможены, и чтобы у них запустились процессы метаболизма, активности, необходимо в течение длительного времени принимать солнечные ванны. Без предупреждения гадюки кусают либо в момент опасной близости человека, когда, например, тот случайно наступает на нее или трогает руками, либо когда он попадает в место гнездования змеи, и та защищает территорию. При случайной встрече гадюка будет изгибами тела и выпадами вперед предупреждать об опасности и укусит только, если ее спровоцировать. Заметив ядовитую особу, лучше изменить свой маршрут, чтобы избежать укуса. Если инцидент все-таки случился, то действовать нужно незамедлительно, вызвать скорую помощь и постараться помочь себе или потерпевшему простыми правилами. Нам необходимо будет, в первую очередь, первые 10 минут, как я уже сказала, минимизировать количество яда. Дальше, по возможности, принять какой-то противоаллергический препарат. Также напоить человека сладким питьем, но дозированно, небольшими глоточками. Вот. И если укус был совершен в конечность, либо в верхнюю, либо в нижнюю, то тогда нужно будет эту конечность от одежды освободить. Для профилактики укусов, планируя визит в лес или на озеро, нужно правильно подбирать одежду и обувь. Свободные брюки из плотной ткани и закрытая обувь по типу резиновых сапог не дадут змее добраться до кожи. Кроме того, свое присутствие гадюка знаменует шипением. И если не пытаться ловить ее или играть с ней, то змея просто уползет. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Летом количество наркопреступлений не идет на спад, говорят в полиции. Сотрудники регулярно задерживают и курьеров, и, так сказать, юных натуралистов. Подробнее о наркопреступлениях далее в сюжете. Эти 4 маленьких беленьких пакетика, как оказалось, с производным N-метилофедрона, нашли оперативники в квартире 29-летнего жителя Московской области. А жил столичный гость в арендованной квартире здесь, в Рязани. И работал, как выяснили полицейские, в нелегальном интернет-магазине по сбыту наркотиков. Потому и задерживали его при силовой поддержке спецназа регионального управления Росгвардии.
В ходе обследования жилища полицейские изъяли 345 граммов наркотического средства производной N-метилэфедрона, а также типовой набор наркодилера, полимерные материалы и электронные весы для упаковки и взвешивания зелья. Как выяснили полицейские, приезжему в криминальной структуре отводилась роль оптового курьера. Мужчина через тайники получал оптовые партии наркотиков, делил их на части, расфасовывал и сбывал бесконтактным способом. Приобретателями небольших оптовых партий являлись и другие дилеры, которые занимались в Рязани розничным распространением синтетики. Еще три пакетика с той же самой синтетикой уже были расфасованы по закладкам. В ходе оперативного сопровождения уголовного дела сотрудники УНК МВД нашли их на улице Путевой, проезде Шабулина и Московском шоссе. Общая масса 147 граммов. Таким образом, совокупный вес наркотика, изъятого в ходе оперативно-розыскных мероприятий, вырос до 618 граммов. Следователи Следственного управления МВД России по Рязанской области возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», пока мужчина заключен по стражу. А это урожай, который удалось собрать полицейским еще в начале августа. Оперативно-профилактическая операция так и называлась «МАК-2024». Ее цель – противодействие распространению наркотиков растительного происхождения. Вот и обратили внимание правоохранители на жителя рабочего поселка Сараи. Привлек он их внимание прошлыми судимостями. Аж 4 штуки по наркопреступлениям. Полицейские совместно с сотрудниками спецназа Управления Росгвардии по региону нанесли визит в частное домовладение сараевца и провели там санкционированное судом обследование. В помещении жилища оперативники обнаружили детскую ванну, наполненную готовой марихуаной массой 3 килограмма 723 грамма, ведро с маковой соломой массой 648 граммов и части наркосодержащего растения конопля в стадии высушивания массой более 11 килограммов. По предварительной информации, в течение лета злоумышленник в окрестностях сараев заготовил части наркосодержащих растений и принес их домой, готовясь употреблять наркотики в осенне-зимний сезон вместе со своими знакомыми. Как итог, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретения, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. Спонсор программы «День города» – выставка продажи «Край рыбы Камчатская». Свежие и вкусные деликатесы Дальнего Востока можно купить прямо в Рязани. В Рязани есть один необычный храм. Построен он в Новоселках в честь святителя Василия Рязанского. И храм этот имеет интересную историю. Этот храм в Новоселках построен недавно, всего несколько лет назад, но удивительно скорее причина его строительства. А начало истории храма можно найти в событиях практически 20-летней давности. Именно тогда у будущих благотворителей храма Читы Крюковых в семье случилось чудесное событие – исцеление супруги от серьезной болезни. Тогда они и дали обет построить в поселке храм. От намерений не отступили. Семья продала все имущество, организовала сбор средств односельчан и дело пошло. Освящение храма состоялось 5 сентября 2015 года, и с тех пор в Новоселках начала устраиваться полноценная приходская жизнь. Регулярно в храме проходили архиерейские богослужения. В этом году божественную литургию в сельской церкви совершил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. В этот же день прошел масштабный субботник по расчистке Богоявленского храма села Чурики. В субботнике участвовало 37 человек. Среди них был потомок строителя храма и гости из далекого Мурманска. Как итог субботника, вывезено 7 тракторных телег грунта, битого кирпича и различного мусора. В Рязанской области много храмов, которые еще предстоит восстановить. От многих остались одни стены. Однако даже здесь священнослужители проводят службы и читают молитвы. Морепродукты с Дальнего Востока в Рязани снова возле торгового центра «Премьер» до 10 августа включительно. Выставка продажи «Икра и рыба камчатская». Выставка продажи «Икра и рыба камчатская» – та самая торговая точка, к которой раз за разом возвращаются, потому что, купив продукцию здесь однажды, уже не могут отказаться от высокого качества и свежести, каких не найти в других местах. Внимательные и обходительные продавцы рады помочь консультации и подробно рассказать о каждом наименовании на витрине. Еще и продегустировать дадут, чтобы покупатель не ошибся с выбором и подобрал рыбку на свой вкус. А выбор здесь очень большой. 35
5 видов рыбы: чевыча, белорыбица, палтус, тунец, нерка, омуль, холодного и горячего копчения, а также слабосоленые продукты и красная икра. Все непревзойденного вкуса. Вкусно, красненько, для сердца, говорят, полезно и так. И красненькая, и это белая. Вот. Икра хорошая. Правда, вот в этот раз они другую повезли. Попробуем. Должна быть вкусная. Они всегда все свежие. Есть и те, для кого морепродукты – жизненно важный элемент рациона. Ведь в них содержатся незаменимые витамины, минералы, кислоты и жиры, высокое содержание белка. Вот почему употребление рыбы ежедневно помогает исправить многие проблемы со здоровьем и повысить иммунитет. Вот только найти качественную и свежую продукцию непросто. Здесь, на выставке продажи «Икра и рыба камчатская», именно такие морепродукты. А кто рыбу не любит? Вкусно. Какую здесь купили? Чевыч. Как он сюда приезжает, так я прихожу сюда. Ароматы, которые сводят с ума. Рыба, которая тает во рту. Красная икра. Отборная, зернистая, несравненного вкуса. Деликатесы прямиком с Камчатки. В Рязани их можно приобрести до 10 августа включительно возле торгового центра «Премьер» у центрального входа. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 5 по 10 августа. ТЦ «Премьер».